Ну что, давайте теперь запишу припарковую зону. Ну, то есть вот именно тот вход в парк аттракционов по абонементам. Там за определенную сумму покупаешь абонемент. И как мы сегодня катались прямо на всех аттракционах, сколько влезет, столько и катаешься. Ну и дальше как раз сейчас посмотрим на вечернюю версию вот этого всего, что мы видим здесь. Как раз чертовое колесо обозрения. Вот, кстати, кто-нибудь скажите, почему чертовое колесо называют чертовым? Кто-то может объяснить? Ну, а здесь, в общем, перекусить там, хот-доги, шаурма. Ну и так далее. Так, сейчас что-то еще глянем. Ну да, здесь, в общем, перекусить. Вот как-то так. Так что увидимся в следующем выпуске. А может, и в этом, не знаю, как я их склею.